Так, всем привет. В общем, прислал мне Нестер контроллер от SIP-контакта SKZ-40, SKZ-40, для того, чтобы я одновременно протестировал этот контроллер с электроникой. Но, к сожалению, пока он дошел, его хорошенько, наверное, звезданули. Я не знаю, в принципе, как так получилось, но он шел в нормальной упаковке. Это можно будет видео на втором канале посмотреть. То есть я подключил, соблюдая полярность, и блин, сразу хорошо у меня аккумулятор был разряжен. На аккумулятор просело напряжение. Аккумулятор у меня, так как перепылесованный, да, я его разряжаю в ноль, чтобы мне его еще потренировать. То есть у него было напряжение 3 вольта, и подключая к контроллеру, блин, напряжение падало чуть ли не до нуля. То есть, соответственно, это контроллер спасло дальше, чтобы ничего не сгорело. Предохранители, соответственно, не сработали, грелся провод. И потом я решил записать вот этот данный ролик, чтобы вы себя могли подстраховать, чтобы не было дорогих ремонтов и, соответственно, был гарантийный случай. То есть, ребят, прежде чем покупать любой вот такой вот ящик, ну, вплоть до того, что из Китая, чтобы себя подстраховать чисто, это просто такое, я не знаю, совет дружеский. Берете прибор, мультиметр, любой, неважно, так красный, не красный, черный, там крутой, не крутой. У каждого мультиметра есть режим прозвонки. Вот режим такой, колокольчик, либо же там диодик нарисован. Соответственно, переводим в этот режим, берем щупы и проверяем, соответственно, в сторону аккумулятора. Проверяем в сторону аккумулятора. Вставляем контакты. Так, сейчас секунду. Покажу прям, как это выглядит. В данном случае. Видите, да? Полное короткое замыкание. Единичка, кажется. Переворачиваем щупы наоборот. Блин, там просто я не туда вставляю щупы, потому что там все закручено. А чтобы закрутить, вот надо вот винты вот здесь ослаблять. Видим, здесь тоже КЗ, то есть меняем КЗ. Ну, проверяем, чтобы на солнечной тоже не было короткого замыкания. Нету. Отстоять. На солнечной проверяем. Нету короткого замыкания. Меняем щупы местами. Сопротивление. То есть все нормы. Это, скорее всего, диод звонится. Либо вставной транзистор. В общем, видим, что короткое замыкание здесь есть на выходе. И следующий косяк, который ну, получился у Нестера, это проблема с затяжкой клемника. То есть я, насколько помню, если я не ошибаюсь, он мне рассказывал, что обжимал провод в латунную или медную, я не помню, обжимку и вставлял туда, соответственно, перетянул. Перетянул, сорвало. И после этого он тупо не затягивается. В том ролике я показал, что можно поменять, например, если у винта сорвало резьбу, можно поменять винт с рядом стоящим незадействованным, как это сделать. И если же сорвало у пластины, то только перепайка. Здесь идет разделение как раз 3 и 2. Здесь какая-то грязюка. Походу вот, слушайте, вот походу он тут искрил. Не знаю, ну это уж посмотрим. Вот здесь вот следы видны. Краешку. Я достал на камеру, показал. С меня взятки гладкие. У меня страховка. В общем, знаете, вот после электроники, кстати, там полярность другая. Тут, смотрите, плюс-минус, минус-плюс. Там идет вроде бы минус-плюс, минус-плюс. А у контроллеров китайских вообще наоборот. Плюс-минус, плюс-минус. И, блин, вот это вот гребаная путаница, ребят, очень много контроллеров есть и очень много производителей, поэтому вот на вот это вот, если вы до этого не сталкивались с этой маркой контроллера, который вы приобрели, загляните в инструкции, это лишним не будет.
На этом все. Всем спасибо за внимание. Вот такие два новых косяка, которые у нас получились в последнем контроллере заряда от SIP-контакта. Надеюсь, ничего такого тут криминального нету. Я ничего не выдумал, из пальца не высосал. Все так и есть. На этом все. Всем удачи, всем пока. Итак, покрутил я еще раз на следующий день МППТ-контроллером. К сожалению, там ток тоже не блещет. Что тут максимум показал? 4,33 ампера, я не знаю. Ну, люди говорят, что под 40 ампер, под 50 выжимает и больше, и в защиту уходит под току. Ну, видать, такой у них ветрогенератор. Они тоже разные бывают там. Так, это мне прислал Нестер, контроллер от SIP-контакта. Сейчас мы этот уберем. Да, уже, наверное, месяц лежит. Я, конечно, дико извиняюсь, но реально. О, смотрите, видно сразу, что работал весь в заводских стикерах. Так, чё? Так. Итак, алгоритм, выбор режимов. Не знаю, тут он на 24 вольта стоит. Ай-яй-яй-яй. Так, отключаем, значит. Видно сразу, что работал долго, достаточно долго, весь в пылюке. Снаружи, по крайней мере. Тут проблема была, блин, с этими. Так, плюс, тут, блин, наоборот все. Плюс сюда. Так, здесь вот правильно. Здесь у нас аккумулятор. Да, посередине этот. Страшно, блин, однако. Аж ваттметр сбрасывается, жесть. Плюс суды написано. Так. Ага, вот у него резьба тут слетевшая. Стоять. Вот это ослабить надо. Ну, как-нибудь попытаемся. Бывает такое, у винтов срывает резьбу. Но я как понял, если проводами я затягиваю, блин, у меня почти никогда ничего не срывает, а тут. Может быть, правда, заводской брак, может, просто перетянул, перестарался. Так, вот здесь главное у нас не перепутать. Так, отключился у нас контроллер. Ой, ваттметр включился, блин. Что-то. Так. Мне всегда вот пугает вот такое вот, когда полярности не в одну сторону, еще по-разному. Не знаю, как других. Так, это закрутился. Ладно, переподключим. Что-то я не понял, а что там не включается? Так. Сейчас пойду ролик смотреть, однако.
Странно. Как будто короткое замыкание. Провод греется. Смотрим. Плюс-минус. Земля. Плюс-минус. Плюс-минус. Земля. Минус-плюс. Блин, да все правильно я подключал.